эстрада, джаз, классика. Нашему гостю подвластно все. Андрей Турыгин. Привет, Андрей. Доброе утро. Доброе. Надо сказать, что мы с Андреем давно знакомы, делали даже совместную программу. Самый первый, я уверен, в Новосибирске мы делали программу, когда диджей играл, да? Да. Саксофон и диджей, это саксофон были середины 90-х где-то так. Да. Мы переняли опыт москвичей, так сказать, и запустили вот такой проект в Новосибирске. По-моему, было довольно-таки удачно. И, по-моему, даже у тебя было продолжение, ты конечно, участвовал в диджейских сетах, конечно, подыгрывал. Я очень... Это было модно так, да. Благодаря твоей идее я очень неплохо потом зарабатывал в течение какого-то времени. А сейчас этим зарабатывают уже мои ученики-студенты. Мы периодически видим тебя по телевидению, слышим твое имя там, в каких-то афишах и так далее. Мне интересно, что вот музыкант такого уровня, как ты, не хотел уехать за рубеж? Я вот знаю, многие музыканты уезжают, в том числе новосибирские музыканты. Да. У меня был такой момент, когда были мысли об этом. Я даже поступил когда-то в Беркли. Это был год где-то 92-93, Беркли колледж оф мюзик в Бостоне, в Штатах. Но тогда, наверное, на мое счастье, это было абсолютно невозможно туда поехать, потому что тогда еще валюта была не в свободном ходу. Я имел право купить только $50 в банке, и то на поездку, когда у меня уже были билеты и так далее, и так далее. Мне нужно было заплатить $100 только tuition deposit положить, чтобы мне выслали официальное приглашение после того, как меня уже приняли туда. И плюс еще огромные деньги, средства, значит, на обучение. В общем, все вот это так быстро очень заглохло. И это тогда было. А сейчас есть возможность мне уехать, работать, но по специальности, которая близкая к музыке, но не музыкантом, а ремонтировать духовые инструменты на одной из известных фабрик, частных фирм в Германии. У меня уже были приглашение туда работать, но я настолько тесно связан с музыкой и со своим родным городом, что пока у меня вот нет желания уезжать. И слава Богу! Нет желания. И слава Богу! И здорово, что ты с нами, что ты продолжаешь работать в Новосибирске. Спасибо. Я предлагаю уже что-нибудь озвучить, сыграть, чтобы наши радиослушатели тоже уже услышали, что у нас в гостях саксофонист Андрей Турыгин. Thank you.
Андрей Турыгин в студии Радио 54. Это импровизация или это произведение? Это и то вместе. Это In the Mood, знаменитый джазовый стандарт Дюка Эллингтона. То есть есть какая-то тема, да, а ты вокруг нее импровизируешь. Да. Ну так как у нас не так много времени, аккомпанемента нет, я так постарался все вместе совместить. Так, сейчас послушаем рекламу и вернемся в студию. В гостях саксофонист Андрей Турыгин. Я прочитал, ну, когда готовился к программе, что это такое сегодня. Все-таки готовился. Готовился, да, молодец. Немножко. Читаю «Секс в большом городе». Андрей Турыгин, думаю, так. Так, при чем здесь Андрей вообще? Как он вообще туда влез? Вообще, с чем это связано? Потом читаю «Сакс в большом городе». Видишь, кто о чем думает, да? Да. Вот расскажи, пожалуйста, об этой программе, об этом концерте. Ну, прежде всего хочу сказать, что «Десятка» — знаменитый сибирский брас, коллектив, в котором играют замечательные музыканты высокого уровня, лучшие музыканты-духовики, которые играют на медных духовых инструментах, лучшие музыканты-духовики в нашем городе. Ну и не только, я думаю, в городе, вообще во всем регионе, наверное, за Уралом. Это явление уникальное, этот состав, потому что на самом деле собрать именно духовиков для игры, исполнения камерной музыки в таком камерном составе, это достаточно сложно. Их и организовать, и их художественный руководитель Николай Сизиков просто проделывает для этого просто гигантскую работу. И у них шикарные программы, очень разнообразные, от барокко до латиноамериканских известных мелодий, джазовых мелодий. А как мы с ними стали сотрудничать? Отчасти это началось еще в 2000-х годах, когда мы с несколькими музыкантами объединились в квинтет, в котором участвовали саксофонисты и труба, по-моему, так, труба и два тромбона. Мы ездили в Германию регулярно на гастроли, выступали там на разных площадках. И потом, в конце концов, вот это вылилось вот в такой проект, которому, совместный. Честно говоря, совместный, да, уже не помню, сколько сейчас лет этому проекту, но, наверное, всего несколько лет, он достаточно такой молодой, где мы готовим программы, делаем новые аранжировки. Как правило, это всегда премьерные программы. В этих программах есть произведения, которые в данном виде, в данном составе, а иногда даже и сами произведения звучат вообще впервые в Новосибирске. И помимо этого есть, конечно, какие-то известные мелодии, хиты, которые уже когда-то звучали. И вот именно в этом составе звучат очень интересно, очень ярко и оригинально. И совсем скоро будет программа «Сакс в большом городе 2». Да, «Сакс в большом городе 2». Это будет 21 сентября, в следующую пятницу, буквально через неделю, в Государственном концертном зале имени Каца. Приглашаешь? Конечно, приглашаю. Это будет очень хорошая, разнообразная, интересная и высокохудожественная программа. Ну, попросим еще что-нибудь сыграть тебя. Попробуем. Утро, может быть, что-то такое заводное? Утром заводное. Представляешь, вот когда человек просыпается, что он делает? Вот ты делаешь зарядку по утрам сразу? Стараюсь. Вот что соответствует твоему настроению сейчас? Моему настроению соответствует полная релаксация, если честно. Андрей Турыгин. Врать не буду. Так, сейчас. Thank you.
Кстати, да, картинка, да, это помогает. У тебя есть любимая музыка? Ой, сложно. Музыка, которую ты слушаешь в свободное время. В свободное время? Руки вверх, да? Если я сейчас, если я сейчас признаюсь, ты упадешь со стула. Вот я и думал, что вдруг ты скажешь руки вверх. Нет, это точно не скажу. Или Металлика, не знаю. Нет. Вот, допустим, когда я на беговой дорожке в спортзале, то я вообще слушаю Нору Джонс и Стэна Гетца. Вот известный джазовый саксофонист. Тенорист, да? Вот я слушаю подборку из его музыки, то, что он играет, джазовые стандарты, так, и слушаю Нору Джонс. Вот под это я бегаю и хожу на беговой дорожке. К примеру, я не удивлен. Когда я иду с работы на работу, я вообще слушаю Джо Кокера. Вот. Так. Так. То есть с рок-тематикой я немножко угадал. Да, да, Джо Кокера слушаю. Так, иногда последнее. А он просто я все время. Нет, конечно. Таких микробов на свете, как я столько. Ну перестань, ты что? Так, подожди. Сейчас я пытаюсь вспомнить. Дело в том, что у меня же все меняется, настроение меняется. Допустим, ну, кстати, вот на днях я слушал вообще Паваротти, к примеру, просто его оперные арии. Ну, вот у меня на самом деле каждый день вот какое-то настроение, то классическое, то джазовое, то такое роковое. Иногда вообще слушаю Love Never Felt, как же, короче говоря, Джексона слушаю, относительно малоизвестные мелодии, раннего Майкла Джексона. Могу послушать вдруг, неожиданно для себя. А хочется как раз вот утром, когда хорошее настроение, бежишь, берешь чашку кофе с собой, значит, куда-то, да, и вот под такую музыку утром я люблю, допустим, включить очень хорошую фирменную американскую музыку. И ближе к вечеру уже слушаю уже джаз, уже на джаз тянет, на классику. Вот так, наверное, вот если так проанализировать то, что я никогда не делаю, но ты меня выводишь на эти темы, потому что я должен анализировать свою жизнь, то, наверное, вот так. С утра слушаю поп-музыку, она бодрит, видимо, вот то, что сейчас у тебя идет как раз фоном такого типа что-то, а уже где-то к обеду уже выхожу на классику и к вечеру уже джаз. А мы слушали с утра Андрея Турыгина. Спасибо тебе большое, что ты нашел время и пришел к нам в гости в студию. Вам спасибо за приглашение. И всех зовем еще раз на концерт «Сакс» в Большом городе 2. Да, 21 сентября. Приходите. Андрей Турыгин. Эвелина Ларина. Александр Часовитин. Я прощаюсь до понедельника. А Эвелина продолжает работу в эфире «Радио 54». Всем добрых и позитивных выходных. Живите интересно. Пока.